Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом маски, которая прекрасно отбеливает кожу и помогает убрать пигментацию, веснушки и следы от прыщей. Также эта маска повышает тонус и эластичность кожи и помогает подтянуть овал лица и разгладить все морщины. И чтобы сделать эту сильную омолаживающую маску, необходимо взять 1 столовую ложку пантенола, 1 чайную ложку облепихового масла, 1 чайную ложку масляного раствора витамина Е и 1 чайную ложку крахмала. А про омолаживающие свойства каждого компонента этой маски и про ее общее воздействие на кожу я подробно рассказала в своем блоге. И ссылку на свою статью я оставлю в описании и в комментариях. Кстати, в этой статье вы найдете подробную информацию о противопоказаниях. Тщательно перемешайте все компоненты до получения вот такой вот однородной кремообразной консистенции. И потом нанесите эту маску на все лицо, на шею и на декольте. И под глаза эту маску также можно наносить. Через 20 минут смойте маску прохладной водой и нанесите на кожу увлажняющий крем. И делать такую омолаживающую маску необходимо 2 раза в неделю. Только, пожалуйста, не забудьте перед первым применением новой для вас маски обязательно сделать тест на аллергию на сгибе локтя.